Василий Иванович Чуйков – выдающийся военачальник Великой Отечественной войны, дважды герой и маршал Советского Союза. В сентябре 1942 года Чуйков занял должность командующего 62-й армии. Тогда же битва за Сталинград уже начала разворачиваться прямо на улицах города. Чуйков получил приказ отстоять Сталинград любой ценой. 62-я армия под руководством Чуйкова оказывала упорное сопротивление немецко-фашистским захватчикам. Сталинградская битва в общей сложности длилась 200 суток. За проявленный героизм и стойкость 62-я армия была переименована в 8-ю гвардейскую. Маршал Чуйков вышел в отставку в 1972 году, а в июле 1981 года он направил письмо в ЦК КПСС, в котором говорилось: «Чувствуя приближение конца жизни, я в полном сознании обращаюсь с просьбой. После моей смерти прах похороните на Мамаевом кургане в Сталинграде, где был организован мой командный пункт. С того места слышится рев волжских вод, залпы орудий и боль сталинградских руин, там захоронены тысячи бойцов, которыми я командовал. Он умер 18 марта 1982 года, а его последняя воля была исполнена». Еще больше интересных историй и исторических фактов в нашем телеграм-канале «Маховик времени», переходите по ссылке в описании.